Параллельная съемка на Sony Xperia Z5 Premium и Sony Xperia X Performance. X Performance не может снимать 4К, поэтому разрешение установлено Full HD 60 кадров в секунду. Стабилизация Steady Shot активна. Следящая автофокусировка есть. Так. Премиум говорит, что температура устройства растет. Надеюсь, не выключит запись. Смогут ли они на колосках сфокусироваться? Так. X Performance что-то пытается. Оценивать эффективность стабилизации, качество звука, цветопередачу. Вечерняя съемка на два смартфона X Performance и Z5 Premium. 1080p, 60 кадров в секунду. Непонятно, как они снимают, конечно, сейчас. Вот как-то так. Слежение за объектом. Объект должен быть всегда в фокусе. Ну, ты тоже. Давай. Ткнул на сына и, в принципе, он его даже на таком расстоянии пытается определить. Ну вот это уж слишком далеко, да. Едь ко мне. Ну вот, недолго музыка играла. Минуты видео, и телефон говорит, что он перегрелся. И следующие функции в данный момент отключены. Это распознавание лиц, автораспознавание условий съемки и слежение за объектом. То есть минуту вы поснимаете так, и все. То есть функция, которую компания Sony очень хвалит, это именно предиктивный гибридный фокус, она становится бесполезна. И, по-моему, видоискатель сейчас тормозит. Режим Full HD, 60 кадров в секунду. Ладно, посмотри на меня. Машинка, да, поедет скоро. Телефон вообще сейчас сказал, что камера будет отключена, потому что телефон перегрелся. То есть не только некоторые функции будут вырублены, но и вообще. Замечу, что компания Sony в избежание перегрева вырезала 4К режим съемки из серии Xperia X. Ну, как видно, проблема осталась даже с Full HD. Влад, едь сюда! Владя! Сюда едь. Лагает видоискатель. Не знаю, как там будет на компьютере. Пока это мне как-то не очень нравится. Да, закрывается ворота, Владь.
Пример видео на Xperia Z5 Premium. Слежение за объектом. Тоже есть эта функция на смартфоне, как у Xperia X-Performance. Правда, там гибридный предиктивный фокус. Вроде как поточнее, побыстрее. Но здесь он тоже есть, этот режим слежения. Но работает как-то не так эффективно. Так. Объект должен быть всегда в фокусе. Да вроде работает, в принципе, так же, наверное. Интересно, выдаст ли предупреждение о перегреве, как перформанс, спустя минуту. Владь, проедься куда-нибудь? Так, телефон потерял объект слежения. Ну, в принципе, та же самая беда. Телефон говорит, что он перегрелся, и камера просто выключается. Ну, прошло около минуты записи. 1080p, 60 кадров. Эту фразу я записываю. Вот просто камера выключается, не дает ничего записать. Спасибо за внимание.